Здравствуйте, с вами Флаттерша, 2012, и мы продолжаем проходить. Модификацию подхватить первую, как ни странно, Z-Trap. Альтернативная концовка, которую мы долго пытались открыть, но в итоге мы все достижения, к сожалению, не смогли собрать, и использую один из секретов, что есть, который попробую узнать. Ну, откажу показать все секреты, вроде, в Z-Trap, которые нам открыли. Ну все, альтернативная концовка, блин. Когда-то, блин, давно играл, я уже ни хрена не помню, что тут. Нас телепортировали на родную планету пришельцев, как нам сказали. Хотя, по-моему, это то самое последнее место, где мы были. Окей, у нас ни оружия, ни аптечек, ничего. Только проходы куда-то. Неизвестность. Ага. Монстры те самые, которые мы видели, но они нас не трогают. Вы что-то разговариваете о чем-то? О, блин, звуки какие. Эй! Общаются между собой, да? Ладно. Благо, они нас не трогают. Мы не представляем угрозу. Ладно. Как тот, что все прошел, нам оставлять живых. Ага. Смотри-ка. Блин, прогоняет всех. Это моя водичка. А, это хит-краб. Краба едим. Это охранники, типа, да, пришельцы. Они в свою лужу ушли, да? Чё? Я им нас много убивал, видимо, тоже как, не знаю, жертвы этого испытания за трэпа были. На смерти. Чё скажешь? Звуки такие издает. Сам где-то этот электрошокер из-за Синфорс только увеличенный во много раз. Ладно. Ну, пойдем вниз, что там есть. Явки. В такой водичке неприятный, да. Ладно. О, Гарган, чего, блин? Видимо, он слишком опасен, раз его охраняют так. Типа местные такие. Главари. Да-да, общайтесь друг с другом, я вас не трогаю. Так, кнопка. Кнопка не жмется. Что-то надо, видимо, чтобы ее открыть. Кстати, мне кажется, это и нужно сделать. Так, подожди, я же отсюда пришел. Точно. Ну, ты меня не тронешь, да? Гарган, гарг, блин, живой. Так. Ладно, раз меня не трогаете, я могу идти куда хочу. И это хорошо. Жизнь хорошо. И куда мы попали? Че вы тут все стоите, а? Разговариваете друг с другом, ты. Просто. О-о-о-о-о! Что за херня? Открой проход. Не хочешь открывать, да? Ладно. Главное не сдохнуть по глупости. Просто прыгаем, даже ничего не проходим. Просто отдыхаем, грубо говоря. И рассматриваем мир монстров. О! Так, то самое поле. Вот как раз в точку поставили, чтобы подняться. Окей, окей. Блин, такие миры вообще. О-о-о, смотри-ка, куда мы попали. Чё это? Какое-то оборудование, а тут космический корабль. Да? И музыка подходящая. Ладно. Как я понимаю, тут можно находиться тоже. Ну реально, это космический корабль. Может, ждут ли они что-то хотят сделать? Это запрещенная территория, я понял. Я понял, что это запрещенная территория. Все. Меня нету. Понятно, нас уже тут не рады. Мы тут не должны находиться. Ладно. Запрещенная территория, я понимаю, да. Что это за юг? Так, туда попасть нельзя, закрыто. Вот сюда, давайте попадем. Хватит. Все, успокойся. Успокоился? Не? Все, я ушел. Блин. Снизу такой проход вообще, блин. Офигеть. Я не люблю, что это откроется. И куда мы попали? Куда-то вовнутрь этого оборудования. Ух!
Что это такое? Ядро. Угу. Что это такое вообще? Благо, нас никто не трогает, тут никого нету. Некое оборудование. Она убивает радиацией. Раз она убивает радиацию, мы загрузимся. Блин, что я сделал? Блин, отличный сейв, блин. Я думал, хотя бы ближе будет. Ну ладно, сейчас быстренько пропрыгаем это все. Приблуду. Эту. Вау. А, нет, туда нельзя прыгнуть. Все, 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 я понял. Нельзя. Запрещено. Запрещено, я понял. Но меня тут и не было. Представь, что меня тут и не было. Головастик или контролер лучше называть, как обычно. Тут называется головастик. Вас тоже как подопытных используют. Так, обратно не вернешься, блин, больно. Это радиация, значит. Проход есть. То самое оборудование. Понятно, закрыто. А тут что? Ой-ой-ой-ой-ой. Я сюда лучше не буду идти. Так. Что это? Камера? А, с этого корабля прям смотрим на эту штуку. А что это такое? Ладно, как это оборудование? Тут что? Тут проход сюда. А что там наверху? Итак, был сейф, так давайте посмотрим. Ты что-то делаешь? Ты что-то включил? Ты что ты сделал? Подаем питание на эту штуку? Какая-то неприятная штука. Финчина заряжается. Эй. Зарядилась. О-о-о-о. Колбасит как. Энергия сумасшедшая пошла. И что такое? И что это? Это же Земля! Телепортировался корабль к Земле. Миссия провалена. Миссия провалена? The Invasion Begins. Короче, они вторглись на Землю. Тут, получается, этот корабль телепортировался в наше измерение. Соответственно, туда пока идти не надо. Наше измерение не попало, поэтому... Земля обречена. Вторжение состоялось. Охренеть. Я слышу гарга. Гарг. Еще один гарг, но тут ничего не работает. Зато вот тут работает. Ага. О, как это работает. В чем прикол? Нужна кнопка. И где ее достать? Туда попасть лучше нельзя идти. Нас убьют. Теперь понятно, что это за штукенция. Где же кнопку тут достать? Так, его не трогать. Значит, он нажмет кнопку, и все будет капец. А обратно не вернется. Все-таки надо что-то идти. Это кнопка, не? Так, где кнопка? Я бы на вашем месте вот эту кнопку взял бы. Ну нафиг это закрывать. Кнопку дай. Эй, Гарг, где моя кнопка? Так, реально что-то не пойму, что делать. Ладно, надо, в любом случае, наверное, штуку, чтобы она включилась, да, как я понимаю? Допустим. Вот какие-то платформы появились, я вижу. Вот, вот так надо сделать. И тут закрылся проход. Ну вы что, издеваетесь? Эй! А! Я взял, отрубил эту штуку. Чё?
Че такой крутой? Что? Понятно, что делать. Пока он там заряжается долго, он нас начинает атаковать потом. Да? Да я на тебя прыгну. О! Охрененно. Тебе норм? Он застрял. Давай попробуем нажать, когда будет красное. Питание подается во все системы ваши, да? Сохранение. Кнопка перестает работать. Понятно. Вот и все. Тебе норм? Ха, питание отрубили. Дебил. Он застрял. Ну понятно, что делать надо было. Давайте отрубите все пая. И Гаргасу опустите, нет? Не хотите? Тебе норм? Понятно, тебе норм. Окей. Отруби эту пушку, и он пока загнулся. О-о-о! Атаковать решил меня? Ты чё, дебил? А, он типа как робот стреляет по одним мишеням, да? И все? И все что ли? Блин, это викотня. Слабак. Ну, чё ты скажешь? Ага. Спасибо, что открыл проход. Дебил. Далекотня какая-то. Все меня атакуют теперь. Все против меня. Музычка такая офигенная пошла. Это какой вообще? Это X1. Куда идти? Сюда? Не-не-не, сюда, там до горынища монстров. Эй! Отвоите! Надо сюда идти надо. Не, все-таки туда. Да вы успокойтесь уже, реально. Даже отсюда попадают, блин. Мобы разозлились, как все, да? Ладно, повторно вот так проходим круг. Зачем только, непонятно. О! Борьтесь с этим гаргом. Я гарга вам выпустил. Норм. Вот и все. Гарг, ты мой? О, он меня не трогает. Гарг, который против того, чтобы захватить нашу землю. Молодец. Ну да, у нас не трогает. Вор тебя все сломает, во! Охрененная вот концовка. Во. Давай. Охранники, блин. Да я гаргу этому пофиг, он слишком сильный. Это решил просто убежать? Эй. Он испугался и стал спиной. Ну чё? Всё? Спасибо. Опять к этой штуке пришли. Которую снова включили. А, Гар, давай, ломай, ломай эту хрень. А, её не сломать, что ли? Так, иди нахрен. Защита сильная. О! О, кристаллик дали!
Спасибо. Ну все, короче, вам конец. Сейчас еще одного гарга выпустим. И эта штука сейчас уничтожится за то, что в плен держите их. Гарг, держись, на. О. Ведь даже нас не трогает. Они все за нас. Давай, ломай, ломай эту швей. Еще что-то нужно? А, я понял. Надо запустить эту херню еще раз. Давай. Во. Ломай, 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 ломайте. Молодцы. Мы спасли все, да? Ломай, 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 ломай. Вот и все. Эта херня сломалась. Молодцы, гарги. Офигеть. Это мы, да? Без костюма такие, блин. Офигеть. О-о-о, все сломалось, да. Все оборудование. А корабль улетает подальше. Ядерный взрыв прям произошел прям. Да, гарди пожертвовал собой, чтобы уничтожить эту херню. Вот эти взрывы. Вот вам альтернативная концовка. Она быстрая такая, но прикольная, блин. Даже подзабыл, что делать, блин. Все? Мы остались на этой планете и жарим хиткраба, чтобы питаться. Супер, да. И все, да? Некой маленькой пещерки такой, чтобы выжить. А на землю непонятно, как попасть. Да, пещерка не такая уж и маленькая. На таком клочке земли, что ли? Который остался в живых? Да, кто там смотрит на нас? О! Они нас выследили же. Тварюги. То все, конец такой. Z-Rap. Все, мы прошли альтернативную концовку. Понял, Контин, ты можешь расслабиться за традиционные титры. Грандиозные. Зепет. Новые-то титры какие-нибудь будут. Давайте посмотрим. Реактор мода, реактор, да. Автор мода, точнее. Да-да-да. И музыка другая, кстати. Насладимся. Блин, а что с моими глазами? Red. Portal Management. Alternative Zones. Trapped by Monsters. Special Button. Mm-hmm.
Вот как саундтреков. Офигенно. Все. Ну все, мы прошли полностью The Trap, хоть и не все ативки открыли для этого. Ну ладно. С вами была Fluttershy 15. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Спасибо за просмотр. Еще раз. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Конечно же, пока. Следите в следующих видео, игры, прохождения и всякого. Пока. Ей.